Команда «Барс» для меня самая любимая команда. Я желаю им победы. «Барс» болеет за «Барс». Тут много вся Россия. Я вот сам-то с севера, с города Надыма. Надым болеет за «Барс». Наш главный тренер просто молодец, что собрал такую команду. Есть любимый игрок Оскар Мюллер. Мюллер и Азеведо. Чтобы больше забивали и реализовывали моменты. Астюдёдер, чтобы он забил гол. Вратарь Эмиль Гарипов. Гарипов, я его просто обожаю. Меньше пропусков и побольше уверенности. Ну, мне нравится, как играет Варнаков, Малыхин, Азеведо. Здоровье, счастье. Айтем Каянов, чтобы они выиграли. Федор Малыхин. Я ему желаю побольше голов. Мы в него всегда верим. Томас Мюллер. Эмиль Гарипов. Ему никогда не пропускать шайб. И всегда быть с болельщиками вместе на одной волне. Эмиль Гарипов. Всегда стоять на ноль. Гарипов. Не пропускать ни одной шайбы. Михаил Варнаков. Михаил Варнаков. Забивать больше, лучше и чаще. Слава Азеведо гол забил. И Гарипов сейфов. Оскар Мюллер. Ткачев, Мюллер, Азеведо. Побольше голов. Диалог, побольше голевых передач и голов. Мой любимый игрок Эмиль Гарипов. И чтоб не давал забить шайбу ворота. Самые любимые игроки Азеведо и Рылов. Любимый игрок в команде – это наш вратарь Эмиль Гарипов. Свитов. Оскар Мюллер, номер 45, Джастин Азеведо. Михаил Варнаков, Оскар Мюллер. Захарчук, чтобы он развивался и играл лучше. Альберт Ярулин, давай вперед, ты красавчик. Теперь, мне кажется, Захарчук – самый лучший игрок. Мюллер, еще больше голов. Свитов, конечно же. Удачи в начинаниях своих. Чтобы больше забивал. У меня все они любимые. Я за всех как бы переживаю. Вообще болею за Акбарс. Я хочу, чтобы наши ребята чувствовали, что мы их очень поддерживаем. Даже если они играют, допустим, не в Казани и очень далеко от города, и там нет ни одного фаната. Пожалуйста, всегда чувствуйте нашу любовь. Верим в Акбарс, верим в победу. Вперед, любимая команда. Хоть победа, хоть беда. Мы с Акбарсом навсегда. Акбарс вперед, мы с Акбарсом.